Придворные интриги, роскошь и изящные манеры на полотнах московского художника Виталия Ермолаева представлены в Ульяновске. В Музее изобразительного искусства 20-21 веков состоялось открытие выставки под названием «Галантный век». В экспозицию вошли 26 произведений, созданных в разные годы. Самые известные из них – Екатерина I в Царском селе, «Зависть Аллегра» и «Фрейлина со снегирями». Их объединяет лейтмотив изящества и куртуазности 18-го столетия. Виталий Юрьевич уверен в том, что, рисуя роскошные дворцы и персонажей в изысканных нарядах, ему удалось привлечь в свою жизнь успех и признание. Человек рисует, допустим, как бы такую, да, негативные такие картины, там, значит, разруху деструктивную, там, помойки. И жизнь его тоже превращается в такого рода как объекты. Но у меня вот получилось наоборот. Это не значит, что жизнь такая безоблачная, жизнь полна проблем, но мои работы, многие мне говорят, во всяком случае, они несут такие позитивные, да, позитивные чувства зрителя, торжество красоты и гармонии. Открытие экспозиции посетили местные деятели искусства и руководство Министерства культуры. Колоссальное влияние на стиль и концепцию творчества Виталия Ермолаева оказали традиции знаменитых художников объединения «Мир искусства». Экспозиция «Галантный век» будет жить в Ульяновске до 1 августа. Виктория Чиркова, Даниил Цурков, Улправда ТВ.